Рим. Вечный город. Но то, что вы видите, только верхушка айсберга. Под этим суетливым современным мегаполисом находятся останки другого вечного города, погребенного под землей после падения Рима. Сегодня, если пройтись по Риму, под каждым зданием можно обнаружить какое-нибудь древнее сооружение. Эти скрытые от глаз постройки — дома, святилища, дороги, акведуки — каждый несет в себе тайну и трудную загадку. Это рассказ о городе, который только кажется знакомым, и о команде увлеченных людей, которые открывают его самые глубокие секреты. Это путешествие во времени, и мы пройдем по местам, которые видели немногие, и они снова мечтают сюда вернуться. Проникнем глубоко в подземный мир Рима и обнаружим красоту в самых неожиданных местах. Все во имя открытий. Подземелья под нашими ногами. Тайные миры. Подземный Рим. Рим – самый большой музей под открытым небом в мире. Причем не обязательно спускаться под землю. Хотя под землей еще интересней. Доктор Дариус Эриа – один из ведущих археологов, изучающих прошлое Рима. Каждый раз, когда начинаешь копать, обнаруживаешь древнюю часть города. Либо дом, либо площадь. Вот галерея, вот храм, вот гробница, вот фонтан, вот отдельное строение. И еще много слоев истории, которые ждут открытий. Мы только вскрыли поверхность. Весь Древний Рим спрятан под землей. Тысячи акров погребенной истории. Как это возможно? Уровень поверхности города постоянно повышался в течение 3 последних тысячелетий. В некоторых местах на 20 метров. И не потому, что кто-то говорил «давайте поднимем город», а из-за разрушительных наводнений, землетрясений, опустошающих пожаров. Обломки, которые собирались после разрушений и служили строительным материалом. Уровень за уровнем они заполняли поверхность, и город поднимался вверх. Сейчас прошлое Рима открывается заново. Но подземный город известен непредсказуемостью и опасностями. Когда проводишь раскопки много раз, археолог прибегает к помощи спелеоархеологов, таких как сотрудники Рома Сотеранеа. Их знания больше, чем знания обычного археолога. Например, когда получаешь образование археолога, тебя не учат спускаться по канату. Они могут попасть в места, которые будут труднодоступны для студентов. Также они умеют плавать с аквалангом и проходить через каналы, которые все еще заполнены водой. Это очень опасная работа. Она не для обычных людей, а для тех, кто провел долгие часы, тренируясь в альпинизме, спуске по канату и тому подобном. Адриано Морабито – один из основателей Рома Сотеранеа. В основном, все подземелья, которые мы видим, очень труднодоступны. И по большей части их пытаются изучать снаружи. Мы подумали, что большинство из этих мест можно увидеть самим изнутри, чтобы понять, что же там происходит. Что именно там находится. Какие археологические находки. И этот пробел мы заполнили. Должен сказать, что мы были очень удивлены, обнаружив, что никто до нас не делал того, что мы начали делать.
Люди, которые входят в Рома Сатеранья, самые разные. Мы не считаем это работой, это наша страсть. У подземного Рима, мне кажется, есть свой дух. И он действительно зачаровывает. Ты словно попадаешь вдруг в машину времени, которая отправляет в прошлое. Ты попадаешь совсем в иной мир. В основном время уходит на составление карт подземелья. Археологи не знают, что здесь. Поэтому мы составляем эти карты, используя некоторые инструменты. Это действительно хочется делать. И не потому, что это приятно, а потому, что понимаешь, что таким образом добавляешь кусочек в большую мозаику знаний о Древнем Риме. Позднее понимаешь, что всегда хочешь идти вперед и открывать что-то новое. Гороженный стенами Марка Аурелия, построенными между 271 и 275 годами нашей эры. Сотни археологических достопримечательностей описаны в пределах этих стен. Кроме того, число находок, обнаруженных под новыми зданиями, неисчислимо. Когда отправляешься в подземный город, наблюдаешь не только одну эпоху, а сразу много эпох. Зная полную историю дома, можешь век за веком и даже целыми тысячелетиями проследить судьбу этого объекта. Именно поэтому они такие интересные. Базилика Святого Климента очень важна, потому что она демонстрирует всю историю Древнего Рима. Церковь базилики Святого Климента, в которой мы сейчас находимся, относится к XII веку. Она по времени расположена сверху церкви V века, которая, в свою очередь, стоит сверху обширных римских руин. Римский дом, улочка, святилище и склад. Мы стоим в средней части базилики Святого Климента. Второй уровень. Эта церковь была урезана для создания второй церкви Святого Климента. Последняя церковь была намного больше, чем церковь Святого Климента XII века, которая находится над нами. Они решили уменьшить ее в определенной точке. Вы можете увидеть фрески, от которых отрезаны некоторые фигуры. В 90-е годы XIX века раскопками руководили ирландские доминиканцы, и они обнаружили эту раннюю церковь. Удивительно спускаться внутрь церкви, спускаться вниз к останкам ранней церкви, которая погребена, а затем пройти через древнеримский дом и древнеримский склад. И святилище бога Митраса. Это замечательный участок, который демонстрирует все эпохи древнеримской истории. Действительно, нет ничего лучше, чем церковь Святого Климента. Подземелья Рима действительно открывают секретный и нетронутый мир. У вас возникает целый спектр чувств, которые невозможно описать. От маленьких мраморных кусочков или стеклянных кусочков до огромных монументов, до сих пор скрытых под современными зданиями. В конце 2004 года нас пригласили из Superintendence Archaeologica. Они сказали, что обнаружили большую комнату. И чтобы попасть внутрь, нужно было взломать потолок. Мы спустились на веревках и потом оказались в этом очень большом холле. Очень глубоко. А в середине одной из этих стен была эта великолепная мозаика. Мы почувствовали себя избранными, потому что, понимаете, никто не видел ее в течение веков. Мы могли заснять ее. Сразу после этого мы поднялись наверх
И нас окружили археологи с вопросами: «Ну, что вы видели? Как это выглядит?» И мы сказали: «Подождите, мы вам это покажем». Я до сих пор помню, как будто это было вчера, что некоторые археологи почти плакали. Я уверен, что если вы пойдете в музей, вы сможете увидеть такие же прекрасные вещи. Но есть адреналин, который вы получаете в этот особый момент, когда видите подобное в первый раз. Когда понимаете, что вы первый, кто увидел это. Это действительно необыкновенно. Люди, которые входят в Рома Сатерранеа, самые разные. И нам нравятся такие приключения. Я начала спускаться под землю, чтобы научиться, и это было здорово. Но многие не понимают меня, даже моя мама. Каждый раз, когда я наверху, она говорит: «Позвони мне обязательно, когда выберешься». Но это безопасно, потому что мы ходим все вместе и никогда в одиночку. Это важно. И это очень здорово. Здесь, в подземелье, все сразу становится узнаваемым. Мы почувствовали ежедневную жизнь, то, что делали люди. И еще раз мы представили полный жизни город. Мы подумали о многолюдном мегаполисе и о плотности населения не такой, как в Нью-Йорке, но как в Калькутте. Сейчас мы находимся на 9 метрах под современной улицей. Как мы можем понять по шуму, наверху улица очень загружена. Но возможно, что в древние времена она была еще более шумной и загруженной. Так что мы можем представить, что здесь была дорога. Узкая дорога со многими прохожими, которые ходили туда-сюда, потому что мы находимся в центральной части Рима. Эти здания, выходящие на дорогу, наверху вмещали закусочные и магазины. В этом высоком древнем здании, вероятно, 5 или 7 этажей в высоту, жили люди в очень плохих условиях. Это средний размер комнат в Древнем Риме. Мы можем представить, что размер действительно мал. Здесь была несущая стена, которая не позволяла проникать свету снаружи. И лишь немного света проникало через вот эти отверстия, которые также пропускали немного воздуха. И также, очевидно, здесь была входная дверь. Вся семья жила здесь. Они ели здесь. Они жили все вместе. Здесь была кровать из кирпичей с соломой наверху. И вся их жизнь проходила на этой маленькой площади. Большинство римлян проживало в центре города, потому что это было самое престижное место. Ювенал и Марциал — два сатирика, которые жили в конце первого века нашей эры. Они жили в комнатах в Риме, и у них было много жалоб по поводу их помещений, а также по поводу жизни в городе, азартных игр и других раздражающих моментов. Итак, Ювенал жалуется, что когда вы живете на крыше здания, может начаться пожар, но вы не узнаете, что дом горит. И, конечно, это был один из кошмаров, вы можете представить. Потому что самые дешевые постройки были из дерева, и здания располагались близко друг к другу. Жизнь в Риме сегодня в известном смысле похожа на жизнь в древние времена. Дома старые, улицы невозможно узкие. А ваше жилье? Обычно 5-этажное здание без лифта. Но это Рим. Возможности, которые он предоставляет, заставляют не думать о цене. Будучи настоящим мегаполисом, Рим может позволить себе быть построенным заново. Рим уникален. Жившие здесь люди были очень богаты и хотели самого лучшего. А что самое лучшее? Живопись? Вино?
Скульптура, мрамор, металл, коллекции драгоценностей. Все это богатство сосредоточилось в руках немногих. И в конце мы видим императора, который может получить эти коллекции. Он делает их доступными для всех. Вот почему город так плотно заполнен портиками и площадями, и библиотеками, и музейными пространствами. А потом, когда город затопило наводнение, опустошили землетрясения, сожгли дотла пожары, он все равно сохранил свои богатства. Он может отстраиваться снова и снова, как ни один другой город в мире. Доказательства перестройки Рима можно встретить в городе сплошь и рядом, если знаешь, куда смотреть. Под этой церковью Сан-Джованни Паоло в результате раскопок были обнаружены потрясающие образцы роскошной жизни римской элиты. Жизнь высшего класса, конечно, отличалась от жизни большинства людей, которые жили в многоквартирных зданиях. У богатых были большие дома. Богатым было позволено, всегда было позволено ставить кран на общественную систему водоснабжения и делать трубы, которые вели к их домам. У них была проточная вода, и они могли строить фонтаны, часто красиво украшенные мозаикой. И некоторые из домов были оснащены ваннами. Мы сейчас на самом низком уровне римского дома под церковью Сан-Джованни Паоло. Это был дом очень богатого человека. Мы делаем такие выводы, потому что мы сейчас находимся в ванной комнате такого дома. Итак, в этом владении есть отдельные ванные комнаты. Это была горячая ванная комната, и мы можем это увидеть по строениям, которые находятся под полом. И вы можете также увидеть здесь эти пустотные кирпичи, которые давали возможность воздуху распространяться вокруг и согревать. А это канализация, которая согревала поверхность и весь дом изнутри. Вы до сих пор можете видеть стыки канализации, сделанные из двух плиток, помещенных в этот крутой угольник, называемый капучино, и на одной из них до сих пор стоит отметка с фамилией производителя. Много комнат в домах роскошно украшены разными способами. Люди тратили много денег на свои дома, потому что это было очень важно для представителей элиты, чтобы все видели, как много денег они могут потратить на свой дом. Украшения были неизменны по сравнению с современными стандартами. Полы часто покрывались мозаикой или другими видами дорогих покрытий, одним из свойств которых была износостойкость. Именно поэтому мы можем наслаждаться ими и в наше время. То же самое с настенной живописью. Эти две довольно прочные. И для нас это хорошо, потому что они пережили века и были обнаружены в результате раскопок. Итак, Рим с его богатством, заинтересованный в поддержании такого имиджа, открывается заново, когда это нужно. После пожара, после наводнения. И в каждом случае город возрождается. И причина этого — желание людей занять ту же территорию по социальным причинам, политическим причинам, религиозным причинам. Поэтому сегодня мы видим все эти слои истории, к которым мы можем прийти и увидеть их. Археологи смогли сделать очень красивую вещь — показать нам разное назначение дороги, которая находится прямо перед нами. Итак, сначала мы видим галерею Минутия, которая была разрушена, дорогу, которая проходит как раз там, где было древнее строение. И каждый отдельный слой уменьшен и красиво представлен археологами, которые проводили раскопки разных слоев этой дороги. Итак, они вываливали наружу в разные периоды, иногда немного материала, иногда много мусора, чтобы поднять дорогу на один уровень вверх и выше по этапам строительства. В эпоху Возрождения вываливали все виды мусора с цементом, потом мы даже нашли два больших блока, которые относились к зданию портика Минутия. И потом мы поднялись выше,
и нашли самое начало более поздней башни. Одни из последних раскопок велись у колодца, который мы видели у древнеримских домов. И мы спросили археологов, кто отвечал за объект, если он был открыт до нас. И оказалось, что нет никаких описаний. Так что нас с радостью туда пропустили. И так мы отправились туда со всеми нашими приспособлениями. Я спустился почти на 8 метров на дно колодца и оказался в галерее. Эта галерея была в основном водопроводом или сточной трубой. И отсюда есть очень узкий проход, который дает вам возможность попасть в смежную комнату, большую комнату, которая наполнена строительным материалом и гончарными изделиями всех видов и форм. Мы собрали всю информацию о картинах. Однажды кто-нибудь сможет спуститься туда и продолжить исследование. Больше всего в исследовании этих подземелий мне нравится мысль о том, что это настоящее приключение. Я люблю открывать что-то неизведанное и ощущать аромат истории. Цель археолога – сделать действительно существенный вклад в исследование. И единственный способ для этого – вести раскопки в центральной части Рима и помогать понимать историю этого участка города. Узнать больше о топографии и людях, которые жили в этом особом месте, что они делали, и в конце концов открыть это для всех. Здесь большой потенциал исследований прямо в сердце города. У нас была одна направляющая, которую нам повезло заполучить. Это форма Урбис. Итак, форма — это карта. Очень точная карта. Она выцарапана на куске мрамора. То, что у нас есть, — это фрагменты, около 10% этого замечательного плана, но многие памятники отмечены. Итак, это большое подспорье в таких местах, как Крипта Балви, где сейчас идут раскопки. Пространство прекрасно, потому что никто не был здесь с 7 века до раскопок, которые начались в прошлом году. И то, что оно открыло нам, это дразняще, очень-очень обещающе. Потому что мы попали в помещение, которое расходилось в разных направлениях. Плюс здесь была заделанная дверь. А здесь справа была еще одна заделанная дверь. И вы можете увидеть, что есть дыра, так что можно проникнуть внутрь и увидеть, что она заполнена мусором и грязью и так далее. Итак, это причина пойти через эти двери и убрать грязь и мусор, чтобы добраться еще до таких помещений. И это просто отправная точка для открытия целой части Древнего Рима. Невероятным в этом месте является то, что мы находимся в историческом центре, в середине нижней части Рима. Сколько людей знает, что здесь находится пространство размером с футбольное поле? Они не знают. Так что это место для открытий, для людей, которые живут здесь, римлян, для туристов, да для всех. Так что у нас здесь есть стена, которая представляет часть останков церкви, которая была секуляризована. Но эта церковь расположена в центральной части площади.
Что было здесь в античное время, в центральной части площади? Мы узнаем это в ходе продолжения раскопок. Но именно сейчас мы можем предположить храм, святилище, статую, фонтан. Что-то определенно здесь было, потому что это то, что есть на других площадях в Риме и древнем мире. Существуют тысячи подземных находок. Новые строения обнаруживаются практически каждый день. Изюминка Рима в способности сбалансировать нужды современного города с сохранением своего исторического прошлого. Если пристально посмотреть на вечный город, он полон таких примеров. Древнее и современное живут бок о бок. Новые раскопки, которые вызывают беспорядок. В Риме сегодня археологические изыскания берут верх над современным развитием. Вот что заставляет архитекторов рвать на себе волосы, потому что они так растеряны, потому что они хотят продолжить раскопки и продвигаться, идти вперед и модернизировать город. А здесь средневековый дом, здесь мозаичный пол, здесь памятник. Сохранение прошлого Рима не всегда было главной целью. Склеп Виа Левенца, красивое святилище, украшенное фресками и мозаикой, относится к IV веку. Это сокровище было практически уничтожено. У нас есть только небольшая часть общей картины, потому что, к несчастью, наверху шло строительство, и часть была разрушена. Даже если заглянуть на 70 лет назад, все было разрушено. Никто не заботился об этом месте. Сегодня, к счастью, мы заботимся о нем. И вот почему они сохранены. И мы рады видеть это и вынашиваем представление о том, каким все было в то время. Рим научился жить со своим прошлым. Доказательства этого можно найти в таких местах, как Чита дель Аква, где современный кинотеатр и книжный магазин с гордостью делят место с руинами древнего дома. Ключевым элементом в поддержании древнеримского полиса. Мощные водопроводы несли воду в город. Громадные сточные трубы выносили использованную воду из города. Мы сейчас находимся на императорских форумах. Клоака Максима была построена, чтобы осушать эту болотистую местность. Клоака Максима никогда не была полностью описана. И поэтому мы здесь. Большинство людей, когда они слышат о Клоаке Максима, представляют только сточную канаву, но это нечто большее. Внутри мрамор, она полна археологических находок. Также есть несколько красивых водопадов. Так что, на мой взгляд, это просто очень красиво. Попасть в Клоаку Максима очень интересно. Я была там в прошлом году. Но я думаю, что вам не стоит идти туда. Из-за запаха. Здесь очень скользко. Будьте осторожны, потому что это мрамор. И на поверхности мрамора есть живые водоросли. Здесь мы можем увидеть явно металлическую полоску. Этот участок акведука открытый. И по этой причине он сделан в виде памятника. Итак, он был полностью покрыт мрамором. И вода, которая входила в него, была чистой. Эти выемки были сделаны, чтобы вставить деревянные опоры, на которые можно опустить деревянные брусья. Они были построены, чтобы пересекать Клоаку до того, как она была завершена. Это одна из главных черт Клоаки Максима. Мы все еще на территории памятника, так что можем увидеть большие кирпичи, образующие подвал. И есть второй этаж, который создает фонтан. Возможно, эта галерея, так же, как и другие, собирала воду из Форо Романо и несла воду в большую Клоаку Максима.
Скорее всего, так и было. Не очень изящно. Итак, вода — это большая часть жизни в Риме. Здесь протекает река Тибр, которая предназначалась для ввоза товаров в город. У вас есть строение, как Клоака Максима, есть дренаж отходов с холмов и все низколежащие почвы, и кроме того, есть акведуки. Акведуки приносят много свежей чистой воды. И акведуки приносили всю эту свежую воду на плодоносный слой с далеких расстояний, иногда до 70-80 километров. И эта вода шла в дома людей, вода шла на фонтаны, вода использовалась в ванных комплексах. Это невероятное зрелище. И это так жизненно необходимо для поддержания большого количества людей. Это акведук императора Клавдия. Он несет воду в течение 86 километров в Рим. Он работает только благодаря гравитации. Мы до сих пор можем видеть знаки в виде отложений на стенах. Стены были сделаны из водостойкого цемента с использованием кусочков фаянса и керамики, которые до сих пор можно здесь видеть. А потом мешанная глина, что сделала стену действительно водонепроницаемой. Много старых фонтанов существует в современном Риме. Представьте, сколько их существовало в древние времена. Здесь, под действующей больницей, археологи раскопали богатые водные сооружения. Мы под основным входом одной из старейших и самых заполненных больниц в Риме, больницы Святого Джованни. На этой площади во время строительства нового крыла была обнаружена большая площадка, где было много разных построек. И я сейчас нахожусь в бассейне этого особняка. Бассейн использовался как резервуар для воды. А сзади мы можем все еще увидеть строение, которое позволяло впустить воду внутрь. Так был сделан маленький водопад. Человек, который построил этот дом, был очень хорошим инженером для троянского периода. Так что он, возможно, использовал этот дом для демонстрации гидравлических сооружений. И это часть сети водопроводов, которая использовалась, чтобы избавиться от сточной воды всего комплекса. Хороший пример того, как вся система работает на гравитации. Это одна из трех секций большой системы, которая является частью поместья. Мы до сих пор можем видеть водостойкий материал стен. Вода прибывала прямо из акведука, находящегося за нами. В позднее средневековье эта система использовалась в вышеупомянутой больнице для захоронений. Больница Святого Джованни – старейшая работающая больница в Риме. Основана в 1300 году для борьбы с чумой. Но с исторической точки зрения, больница относительно новая. Когда-то это место было процветающим. Местом обитания многих представителей элиты Рима, включая семью великого императора Маркуса Аурелия. Мать Маркуса Аурелия вела здесь некоторый бизнес. Винодельный бизнес. А также суконный бизнес.
и содержала зернохранилище. Большие емкости, которые использовали для хранения зерна, до сих пор целы, как и ряд таверн или небольших магазинчиков. Больница – доказательство того, что Рим продолжает, работая со старым, жить с новым. Очаровывает меня в местах под землей, это возможность попасть туда первым. Ты знаешь, что видишь то, что другие обычно не видят, а туристы обычно не видят вообще. Завораживает понимание того, что другие люди проходили здесь тысячи лет назад. Может быть, здания наверху очень красивые, но там слишком много суеты, слишком много людей. Мне нравится спокойствие подземелья. Большинство интересных мест канули в века. Но есть и много таких с античных времен, которые всегда были под землей. За чертой города находится самый большой императорский дворец – поместье Адриана. Император Адриан спроектировал его сам. Его цель была вынести все функционирующие конструкции за пределы поместья, чтобы их не было видно, и под землю. Сейчас мы в поместье Адриана и стоим на дороге, которая проходит через подземелье поместья. Мы находимся недалеко от сотни залов, и это большое пространство, подземелье, которое было спроектировано для хранения и проживания рабов и людей, которые работали здесь. Идея императора была скрыть всех этих людей от глаз, использовать поместье для себя и своих гостей. А делалось все в подземелье. Все передвигалось в подземелье по дорогам, таким как это. Мы можем видеть, как тележки изрезали дорогу и оставили эти глубокие колеи. И в то же время они покрыли поверхность стен следами, проезжая мимо тысячи и тысячи и тысячи раз. Протяженность поместья Адриана большая. Мы спорим о том, что, возможно, она была около 120 гектаров, возможно, больше. Только небольшая часть известна сегодня и раскопана. Рома Сатерания нанесла на карту все подземелья поместья. Это будет очень полезным для понимания и чтения того, для чего использовались некоторые помещения поместья Адриана. Когда вы под землей, вы можете встретить странные виды животных и насекомых. Вы можете увидеть змей, пауков или крыс. Но они хорошие. Они вас не укусят. Даже если вы их увидите, можете подойти к ним,
здесь. И они вас не тронут. Вы можете увидеть скорпионов. Я думаю, что они находятся в естественной среде здесь. Так что я их не боюсь. Но вам нужно быть внимательными. Их можно трогать? В этих местах вы можете также встретить летучих мышей. Их полеты представляют опасность. Вчера, например, я видела одну, и она до сих пор здесь. Она была очень милая, очень маленькая. Вы даже можете потрогать ее. Раскопки и походы под землю — это путешествие в историю и археологию. Можно сказать, что это психоаналитический взгляд в далекую историю Рима. Находимся на основной площади цирка Максимуса. Здесь сзади мы можем увидеть алтарь, который первоначально был центральной частью храма. Строение находится под землей. Большое служебное помещение, которое находилось рядом с цирком Максимуса. Здесь внизу мы можем увидеть канал, который использовался для сбора крови. Она поступала сверху. Наверху было перекрытие, сделанное из дерева, где приносился в жертву бык. Кровь лилась на людей, которые стояли на площадке здесь, в этой комнате. И отсюда потом кровь смывали после завершения церемонии и сливали в маленький канал вот здесь. Один интересный факт о цирке Максимуса — это то, что мы нашли много мрамора в этом месте, но использованного мрамора, собранного с других мест по всему городу. И мы можем очень хорошо видеть, как на нем сделаны разные надписи, поясняющие, для чего он использовался. Римские катакомбы вызывают чувство древности, как ничто другое в городе. Эти подземные захоронения сделаны из мягкой вулканической почвы. Они изгибаются на 350 километров под поверхностью, в туннелях под дорогами, ведущими из Рима. Катакомбы, которые мы нашли за стенами Древнего Рима, очень протяженные. Тысячи и тысячи людей похоронены там. Люди хотели быть похороненными рядом со святым. Их всех клали рядом. Таким образом, в процессе копания опять образовывались уровни. Мы нашли несколько таких катакомб из 5 уровней. Они тянулись на мили. Эти каналы рассказывают истории. Истории духов, святых и всех тех, кто был до нас. Неизбежность смерти ощущается здесь. Нахождение среди останков стольких многих жизней ошеломляет и уничижает. Большинство катакомб очень просты. Они просто проделаны в стенах. И они все лишь прикрыты обычно куском мрамора или кирпичами самым простым способом. Некоторые другие отделаны и разрисованы. Это зависело от того, какого человека хоронили. Здесь очень легко потеряться. Многие люди заблудились здесь. Эти несчастные души не смогли понять предостережений и провели свои последние часы, блуждая по лабиринту смерти. Я начала изучать это место и поняла, что оно очень запутано. Профессор Элизабетта Ястрозубовска — большой авторитет в катакомбах Сан-Себастьяно. Она провела годы, разгадывая их тайны. Если у вас есть такие памятники, как саркофаги, или рисунки, или мозаика,
Вам надо изучать их еще глубже и понять, что могут значить надписи и в чем тайный смысл этих надписей. На это нужно время. Самые известные катакомбы христианские, остальные еврейские. Многие языческие, легко распознаваемые по их естественно-природным рисункам. Изображение медузы дает защиту. Павлин символизирует бессмертие и богатство. Виноградное вино – бесконечную жизнь. Вино было животворной жидкостью. Символизировало вечную жизнь. Не только здесь, на земле, но также и после смерти. Вино было особым напитком во время поминальных трапез, ритуалов, проводимых у места захоронения родственниками. Они ели рыбу и хлеб, и пили вино. Этот обычай был привычен и близок людям в IV веке, христианам. Они принимали участие в таких поминках. Рим охраняет свои секреты. Чтобы открыть подземелье, требуются специальные знания. Но обычным людям предлагаются экскурсии на выбор из нескольких достопримечательностей. Сан-Климент, римские дома под церковью или Сантана Джованни Паоло. Крипта Балби находится в Национальном музее Чита дель Аква. Катакомбы Сан-Себастьяно. Каждое место дает уникальное представление о жизни древних римлян. Изучение Рима и его подземелий бесконечно. Вы никогда не узнаете, что откроете завтра. Вы не можете быть уверены, что найдете что-то действительно ценное и значимое с точки зрения археологии. Но самое главное, что мы всегда будем идти вперед и добавим что-нибудь к тому, что мы уже знаем сейчас. И мы, конечно, будем знать больше завтра. Город открывает свои секреты постепенно. Одно открытие за один раз. Сокровища все еще хранятся под землей. Даже под древними объектами, которые мы знаем, как, например, Римский форум. Мы видим сегодня древнеримский форум, но под мостовой, под памятниками находится другой, впечатляющий Рим. Существует более старый Рим, который слой за слоем открывает историю. И очень скоро мы надеемся поучаствовать в раскопках, которые поднимут многие из этих памятников и вернут людям, вернут миру значительную часть истории. И объяснят действительно многое, больше, чем мы знали о жизни римлян, их привычках, о том, что они делали в самом сердце древнего города, прямо на Римском форуме.